Книга «Открытым оком», тема «Богослужение», третий том, вопрос 1122. Сына мы зарегистрировали именем Максим, а когда его крестили, то случайно окрестили другим именем – Алексей. Священник был глухой и не расслышал. Как теперь нам за него молиться? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Евангелие от Луки, 20 глава, 25 стих. Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарево кесаря, а Божие – Богу. Кесарь дал вам свидетельство о рождении, и на это же имя выдаст паспорт и свидетельство о смерти. С кесарем рассчитались. А вот с Богом будет посложнее. Хотя вы его и окрестили, но к Богу еще не привели. И захочет ли он знать его? В церкви всегда при венчании, при причащении, отпевании он будет только как Алексей. Постарайтесь, чтобы его имя было вписано в книгу жизни».